Прекрасно. Так почему же ушел твой отец? Так было много таких вопросов. А теперь меня ты чем дорогой ноги андрхойся? Ты где фабу корпорации бтехтунер эликсир бениксир? Хайр чиле андрса? На самом деле, моему отцу давали всего 43 дня, но благодаря эликсиру он прожил 2 года. И из этой ситуации я вынесла для себя такой вывод. Жить и выживать – это разные вещи. Амид байхад нэмхэн амдруулдаг. И наша корпорация ФОХО дает нам возможность не только выживать, но и прекрасно жить. Вторая сложность – это человек, который основал компанию ФОХО, да, привел в Монголию, и из-за этого еще 2 года дела компании в Монголии пришли в упадок. И только вера, наше руководство, нашу продукцию привело нас, монголов, к этому успеху. Если вы все-таки выбрали этот бизнес, только искренняя вера и доверие приведет вас к успеху. В 2016 году я основала наше представительство. В это время у меня была квалификация «Алмаз», и я потеряла свою команду. И сейчас я на седьмом году. И я очень рада была приехать вместе со своей командой, 150 человек. Это только наше представительство. Бүтээгдэхүүн сайтай, маркетинг сайтай, тэр маркетингаар ажилласан түүх сайтай, лидерүүдтэй байна гэдэг бол зүгээр амжилтын маш өргөн зам шүү. Хорошая продукция, хороший маркетинг и хорошие лидеры – это основа нашего успеха. Я считаю, что все присутствующие в этом зале очень удачливые. Самым большим спросом пользуются книги истории успеха. А в нашей компании люди, которые создали свою историю, и люди, которые являются авторами бестселлеров в нашей компании, сидят с нами всегда. И сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы в столь короткие, в столь сжатые сроки услышать самые лучшие истории успеха. Секрет моего успеха – непрерывная работа. Если в году 365 дней, то 300 дней в году я не бывала дома. Посвящала это время работе. В Монголии очень большие территории. Из-за
Чтобы переехать из одного региона в другой регион, это нужно проехать 1000 километров. Нигута тайра царин доктор нэг 8000 орчим километр явдаг. Иногда в один месяц мы проезжали 8000 километров. Тэг ковидын үед ч одоо яг тухайн улсын дүрм баримтлаад зарим газар нь 21 өдөр карантинлагдаад 14 хоног ажиллаад буцна. Иногда во время карантина мы в согласии с руководством нашей страны иногда работали 14 дней и более 20 дней находились в карантине. Тэр газар эзэж явдгүй. Данда лидерүүдтэйгээ хамт явдаг. Тэр нэг 8-10 машинтай, нэг 20-30 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэйгээ бүх одоо салбаруудаараа тойрч сургадаг. И я никогда не работала одна. Я всегда была со своей группой. И когда я переезжала из одного региона в другой, всегда с группой в 20-30 лидеров на 8-10 машинах мы совершали наши поездки в наши филиалы. Хоёр сарын дотор машинтай олох хэвээр, жилийн дотор байртай олох хэвээр төлөвлөгөөтэй ажилладаг хүмүүстэй. У нас стоит такая планка. За 2 месяца заработать на машину, а за год на квартиру. Ура! А нэг жилийн дотор 2-3 хүний байрны асуудлыг хамгийн багадаа шийддэг. Энэ бол миний төлөвлөгөө. И согласно нашему плану, самое малое, что надо сделать, это обеспечить 2-3 человек в год квартирой. Хотин тут 100-150 метров квадрат, ты бэрт охста. Ага. И эта квартира, да, находится в центре, площадью около 130-150 квадратных метров. Очень монгол гэрт амьдардаг хүмүүс их байдаг. Потому что в Монголии очень много людей, которые живут в частном секторе и живут в юртах. За хоёрдох нууц нь. Второй секрет моего успеха. Фагу корпорация хамтдагчгүй амжилттайг ашиглаа. Манай төлөвчийн газар 200 гаруй хөшлийн бишэлтэй хүмүүстэд туслаг. Я считаю своим вторым секретом успеха то, что наше представительство помогает двум стам детям с ограниченной возможностью. Олимпийн тамирчтай бас хамтран ажиллаад 5 жил болж байна. Так что мы работаем с олимпийскими спортсменами. И уже это наш 5-й год совместного сотрудничества. Тэгээд хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдээс маань 22 онд олимпийн алтан медальтан, 2019 онд олимпийн мөнгөн медальтан төрсөн. Тусгай олимп. Параны бэрхшээл 2019 онд мөнгөн медаль. И в 2021 году у нас спортсмен с ограниченными возможностями на Паралимпийских играх выиграл серебро. А в 2022 году золото. Третьим секретом моего успеха я считаю то, что я сотрудничаю с врачами. Одоо манай төлөвчийн газарт 800 гаруй эмч эмнэлгийн ажилчид ажилладаг. В моей команде работают более 800 врачей. А чиг болгон 500-аас 700 хүний эмчлэрийн форм уулзалт жил бол байдаг. Одоо 5-р жилдээ хийх гэж байна. Ежегодно мы проводим форум врачей, на который собирается около 500-700 врачей. И это уже 5-я годовщина этих форумов. Также я работаю с людьми искусства. Если бы я не связала свою жизнь с компанией Фоху, я бы не смогла помочь этим 200 детям с ограниченными возможностями. Не могла бы помочь 50 спортсменам достичь высот. Маш олон хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөх боломжгүй байсан.
не могла бы помочь улучшить свою жизнь многим людям. Би өөрөө энд зогсохгүй байсан. И я бы не стояла на этой сцене. Кемпаха компанца үнэхээр биднийг маш чанартайгаар амьдруулдаг төгс компани. Я считаю, что это идеальная компания, которая помогает и делает нашу жизнь хорошей, свободной и финансово независимой. Все, что вам нужно, это пожелать. Потому что компания Фогу, как чаша джина, вам нужно только пожелать. Все ваши желания исполнятся. Самая сложная часть вашей работы уже выполнили амбассадоры. Все, что вам осталось, это полюбить и пройти по проторенной им дороге. В первую очередь, сами используйте продукцию. Всегда посещайте семинары. Всегда находитесь рядом с успешными людьми, и вы очень-очень удачливы. Не теряйте ни единой возможности, которую дает нам наша компания. Если вам дают, то хватайтесь за эту возможность. И чем больше вы будете стремиться к нему, тем больше вам придет. Спасибо. Спасибо за то, что вы с таким большим вниманием слушали мою речь. Я очень рада вас видеть в этом зале. Я работала, я даже не думала стать гранд-амбассадором, просто работала. Просто компания сказала ей, бери, и я взяла. Внимательно слушайте своих спонсоров, лидеров, слушайте свою компанию. И это самая короткая дорога к успеху. И если вам сложно работать в этом бизнесе, а потом представьте, что через пару лет вы, стоя на этой сцене, будете также рассказывать свою историю и говорить, что эта проблема стала причиной вашего роста. Поэтому благодарите каждой вашей проблеме. Именно она дает вам возможность расти, стать лучше, чем сейчас. И самый лучший успех – это тот, когда вы, преодолевая препятствия, пришли к этому успеху. Давайте вместе пройдем по этой прекрасной дороге.